Парни, одна игра до легенды. Я против Гул'дана. Гул'дан Рексар контрит за Лока. Ну, Фейсхантер контрит за Лока, в смысле. Фейсхантер именно. У меня шанс выиграть более 50%. Вы понимаете, что у меня сейчас шанс на победу более 50%. Более 50% шанс выиграть, если это за Лок. Если это Срено, то хуёво. Если это залог, у меня больше 50% на победу уже есть. Это по-любому залог. Залог, плиз, 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 залог. Есть. Это по-любому залог. У меня шанс выиграть больше 50%. Suffer my wrath! Пиздец, чё, блядь. Что-то невероятное творится. Что невозможно твориться. В лицо, в лицо, в лицо! Блядь. Кабан! Кабанистер от Папанистера! Блять, мужик. Хуёво. Гиря! Только не Аргус, только не Аргус, только не Аргус, только не Аргус, только не Аргус. Под мужика Аргус это пизда. Я его не убью в начале игры. Только не Аргус. Нет, нет. Фу, без Аргуса. Главное, что не Аргус. Мужик это похуй. С мужиком можно справиться. Гиря! Только не Аргус, только не Аргус, только не Аргус. Только не Аргус, у меня одна игра до легенды, только не ставь Аргуса. Ну не ставь его, но у меня одна игра до легенды. Найс. Фаертрап, фаертрап, фаертрап. В лицо. 13. Нет, собаки не спасут. Если он ставит Аргуса, я не вы проиграл. И ничего не спасает. Если он ставит Аргуса, я проиграл с вероятностью 100%, к сожалению. Вирки-динки! Пидорасы обгоняют меня. Я ебал вас всех. Попич Грац. Ты легенда не только Дот, но и все. Я еще нихуя не выиграл. Поверь, мне еще до победы далеко до легенды. Я эту игру проебал. У него летал на исход. О, что? Так нечестно! Я проебал игру! Воу! Нечестно, я проебал игру! Я уже готов был сказать, как в Rise King, знаете, когда в Rise King убивают, и он воскрешается, он перерождается и говорит: I am legend! Я уже был готов! Но это нечестно, враг специально сдался, он стрим-снайпер, и он сдался, чтобы я взял легенду. Он выиграл игру. Я не заслужил. Я эту победу не заслужил. Он выиграл игру, не я. Я проебал эту игру. Ну ладно, спасибо. Ну, на самом деле, спасибо. Он специально этот стрим-снайпер. Все-таки, видите, отличие комьюнити Хердстона от Доты. В Доте животные, дети, ублюдки. В Хердстоне, оказывается, люди. Спасибо. Блять. Вау. Это оно!
Не знаю, сколько раз я поднял, но у меня гантели нынче 18,5 килограмм, поэтому сори, прям тяжко. Вроде меньше 10 раз. На самом деле я могу 11 раз, но сори. Походу я уж подустал. Фу, ну, наконец-то я легенда. Привет, дорогой зритель. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео. Спасибо за просмотр и держи твикс с хлебами грейпфрутовый сок.